Все, братья, разъезжается. Раз. Впереди стоящий, походу, сейчас тоже поедет. Пока мы тут сейчас мусор сходим, выбросим. Доброе утро. Поехал. Супер. Где мусорка? Вон. Понял. Все. Ключики с собой. Все-таки заткнули. Спереди машинка стояла. Сзади вот ставропольский подпер. Да бог с ним, ладно. Тоже. Да, мы загоняли еще и третьим рядом. Так, ФТС на месте. Пломба ФТСовская. Солнышко поднялось. Цезарь! Цезарь! Сегодня 4 октября. Пятница. Голова Лизертранс. Прицеп непонятно чей. Next, Next спасает, да, подломился Next, походу. Время 8. Сейчас и мы поедем, надеюсь. Вроде мороза нет. Ну, я так не ощущаю сильного, чтобы... чтобы долго воздух качать. Граница Кемерово и Новосибирская. Кемеровская и Новосибирская. Буквально километров 5-6 от границы. Поедем дальше. По равнинке сегодня покатим. Солярку экономим. Расход пытаться сбросить. Руль не откидывается. Понятно, давление ресивера слишком низкое, но стрелки вроде как сильно не упали. Еще какие у нас тут параметры? О, нифига себе. Оно замерзло или что? Чего-то его так мало стало. Я позавчера смотрел, его там было до хрена и трошки. Пошли за маслом. У меня еще канистра есть. Ну, что теперь? Мы тут видим. Да знаю я, что у тебя нету воздуха. О, все. Можно заводить. Ё-моё. На улице плюс 6. Одна минута дзелов. Все, панель чистая. Вот, одна минута. Подкачал маленько. Можно ехать. Это мы сейчас высушим. Было бы минус 6. Стояли бы сейчас здесь. Тарахтели бы. Так, туда ехать? Лучше здесь выехать. Лучше тут выехать. Ехать. Там полоса разгона была бы, а здесь надо и... Еще я так и сделаю.
А здесь надо и на встречку вылазить. Чтобы радиус взять. С этим потоком машин, какой здесь, дождаться окошка, чтобы слева и справа никого не было, да еще через этот бордюр, который с нового асфальта, быстро не перепрыгнешь потихоньку, поэтому, на следующем повороте, наверное, поехали сюда. Это будет быстрее, чем я там буду стоять, ждать, пока тут с двух сторон, смотрите, что делается. Утро, народ проснулся, все, работа закипела, транспорт пошел. Новосибирская 70-25, а я что-то заправлялся в Кемеровской по 67 там с чем-то. Новосибирская всегда была дороже, всегда. Тут ее окружает Омская. Кемеровская, на них всегда дешевле. А вот Новосибирская, не знаю, как, правда, в Алтайском крае, что не обращал я внимания, что у нас там, видите, как раз никого нет. Все. Какое там топливо по цене. Знаешь, что тут Новосибирская всегда дороже было, чем в окрестностях. Мы никогда в Новосибирске не заправлялись. Всегда заправлялись в Кемеровской и в Омской. Ну и сейчас, соответственно, тоже до Калачинского кольца. И там будем заправляться до Урала. В этом рейсе на обратном пути нам еще в Усть-Катаве надо будет заехать там, на бесконтактную залиться. Давай, 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 езжай. Буду я разгоняться. Там уже встречка идет. А, какие параметры, я же расход хотел посмотреть. Расход поездки. Сейчас у нас 26,4 на 4400 километров. 398. Это от загрузки в Хэйхэ. А осталось 3484, где-то 3600 примерно. Сегодня пятница, да? Пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник. На среду, если все хорошо, будем ехать. 600, по 700 километров, тут 750, нормально. Ориентир среда, в общем. Прибытие до таможни. Я думаю, сегодня в пятницу, сегодня мне этот вопрос тоже будут задавать. С офиса спрашивать, когда планируем приехать. Вот. Мы с вами посчитали. Озвучим среда утром. Кстати, да, ну что же, в Новосибирск опять надо не забывать, что эти камеры понаставили. Вчера с Серегой говорили, а он тут какую-то программу скачал. И эта программа ему показывает, где эти камеры рабочие, какие нерабочие. Так говорит, она от Кемерово до Новосибирска, говорит, не замолкает. Ну мне-то, говорит, на газели пофиг, он под эти не попадает, под 60 ограничения. Ну, говорит, это прям вот чирикает, это показывает, что практически все, если не все, вот
на эти вот, которые вот она стоит, 60 для грузовиков, вон она, падла слева. Они все действующие. Так что, коллеги, имейте в виду. Правда или нет, не знаю. За что купил, зато и продал, но береженного Бог бережет. Ну, если, конечно, вам у вас нет лишних денег раздавать. Тут их даже по 250. Там штраф 500 рублей, например, там по 250 оплатить. Так их тут от Кемерово до Новосибирска можно столько насобирать, что уже получится такая сумма довольно кругленькая. Вот на эти знаки в этой низинке можно внимания не обращать. Ни 70, ни 50, ни 40. И даже мост здесь такой не сильно страшный. Запросто. Даже можно было не тормозить, в принципе. Ведро его сопровождает. КамАЗ там? КамАЗ, наверное, какой-то. Коптит зачет. А такой. Гонишь попробовать, чтобы обогнать — проблема века. А не, я извиняюсь. Ведро поехало в болотное. Из разных организаций, да? Да он не обгонял просто, чтобы ему же самому поворачивать. Что, сейчас попробуем тут. Вот есть? А, нету. Нету окошка, нету. Вот найди сейчас окошко. Это проблема, тут вообще кошмар. Запах масла стоит. Не солярки, не выхлопных газов, а масло. Там идет автобус, я не успею. Ты сей катерок троллюешь, интересно. Ё-моё. Что-то я ничего не пойму, что со всех сторон все заморгало. И направо у него моргает, и слева у него красненький моргает. Что он хочет? Просто встать хочет? Дай бог тебе здоровья, братан. Даже не доехал нити до заправки. Тут площадку какую-то съехать. Тут даже желтая линия. Как бы типа останавливаться-то нельзя. Ну, по ПДД нельзя. Первый Адыгея. Эх, такой бородатый, бородатый, такой бородатый, зачет на зачет, как за рулем. Ух ты, что-то там мигало всяких сзади. Наверное, какого-то солидного бобра везут.
давайте мы, наверное, пропустим. Давайте, давайте, езжайте, 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 езжайте. Раскричались тут. Не, не бобра, они там что-то, автозак, может, какой или еще что. А не, бобра. Кемеровских номерах Новосибирск поперли. Теперь он разгоняет всех. Ему надо срочно в Новосибирск. А едет. Задумчиво ветер играет и кружит, качает меня над зонтом, ну и пусть. Дождю я знаю не понять, как все меняется внезапно, словно эхо, эхо. Как без ответа замолчат слова поэта, моей любви не будет. Я один опять, и этот ливень слижет рану от расставания и разлуки до конца. Оставит мне на память лишь твои черты лица. Тебя я больше вспоминать не стану. Открою потерянной нежности дверь. Скучаю я, сердце тоскует, ты словно погас мой костер, без тебя я теперь. Холодные капли, как в свадебном вальсе, спадают и бьются о землю, и пусть, как капли дождя, растекаются дальше. Я в том океане навек растворюсь. Дождю я знаю не понять, как все меняется внезапно, словно эхо, эхо. Как без ответа замолчат слова поэта, моей любви не будет. Я один опять, и этот ливень слижет рану от расставания и разлуки до конца. Оставит мне на память лишь твои черты лица. Тебя я больше вспоминать не стану. И этот ливень слежит рану от расставания и разлуки до конца. Оставив мне на память лишь твои черты лица, тебя я больше вспоминать не стану. Сибирцы еще только-только хлебушек-то убирают. Дружненько, ну, они
бригада вон бегает по полю. Поздние сорта или? Понятно, что поздно высаживают. Но иркутские уже даже, по-моему, убрали. Хотя, вы ж не аграрии, правильно? Значит, так надо. Это объездная Новосибирска уже заканчивается. Сейчас мы, правда, не в сторону Омска поедем. Поедем в сторону Новосибирска. Команда поступила документы сдать, почтой отправить. И мои отработанные, и те, что я там у коллеги нашего забрал. Поступило так поступило. Поехали, заедем, сдадим делов-то на полчаса. Еще тут бескрайние поля, смотрите. У них еще работа и работа. Погодка, видите, да? Сказка. Если бы не вчера в Красноярском крае, так бы до сих пор бы ехали, сверкали, как у кота Фаберже. К сожалению, у чего? В Минске на МКАДе помоемся, тогда сверкать будем. Да, вчера вот замазюкались. И то буквально там, километров 20. Была такая сырость, когда этот снежочек там какой-то непонятный, что-то паскудное сыпало сверху. А так, ну прям чудесный в плане погоды поездка. Это же пшеница. Пшеница. Сколько тут? Прям конца и края этим полям нет. Хлеборобом тут работа и работа. Тоже ж, наверное, какие-то разных сортов бывает. Одна поздняя, другая ранняя. Так, крынцем вправо. Мы сейчас по прямой поедем. Я забыл всю дорогу помнил, а сегодня забыл. Вот уже тут на Новосибирской объездной только вспомнил. И проехал мимо, что надо ехать папиры отправить почтой России. Чем тут забирают? Я спрашивал, говорит, иногда говорит, водитель быстрее приезжает, чем почта доходит. Сказали, поехали. Мачевское кольцо, развернемся, а тут уже все, знаете, оставим бумаги, покатим дальше на Омск. Сейчас 10:30, новосибирское время. А да, нам уступать надо дорогу, представляете, что делается-то. Концы широкой, ну сейчас буквально тут сколько тут, 500 метров, 700 осталось, там сужение. Сказали, что кого-то с кювета достают. Ни встречек нету, это так какой-то дурачок тут полетел на маленькой. Вот видите, нет ни встречек, и мы стоим. Кто-то там попал.
Стояли мы недолго, минут 15. Делаю сужение. Сначала встречка пошла, потом мы поехали. Сейчас уже и те едем. Значит, достали. Или не достали, если вот отсюда так. Я вижу, на левой обочине там все-таки кто-то там еще, к сожалению, в кувете-то находится. Тут прям вообще бархатная осень вернулась. 13 градусов тепла. Облаков нет. Фонари разные у Каргомарта. Один кроновский родной, а справа тягачевский стоит. Это не прицепной фонарь, это тягачевский. Это поворотник работает, так и не выключил что-то. Он выехал как раз с этой стоянки. Владимирские номера, это Каргомарт, это контора. Там вот где мы документы сдаем, у них там, они там перецепляются. Там их. И вот как раз он выехал, я за ним поехал. Вот мы так и едем вместе. Вон впереди. Кто-то на встречке в кувете. На встречке, но с нашей стороны уходил, ушел на встречку. Ушел в кувет с нашей стороны. Ну, ребята, все когда-то были молодыми. Че, молодые теперь не работают, что ли? Вообще права не дают же нихуя, блядь. Ездить-то нельзя ему, блядь. Да в том-то и вопрос, дружище. Я же говорю, где вот он, блядь, не спимище лаку прикупил, блядь, что он так вот гонял лаку. Ну вот эти вот. Да, это благо так, что, блядь, на свою сторону ушел, блядь. А он так вот, блядь, на встречку и пиздец, блядь. И там так, и... комиссия вообще, может, блядь, каждый год проверяет. Тоже, блядь, на каждый год туда получается, все получается покупать, надо. Это вы про какую ситуацию вообще говорите? Как-то они оказались, да, вот Урал шел навстречу нам, он в нашей обочине, в правой. Омская Вольва, видите, в левой. Что произошло, знают только они. На самом деле.
часто вы бывали на посту ДПС? Расскажите. Нулевых бывали частенько. У нулевых по постам приходилось шариться часто. Не давали покою. То рация, то еще что-нибудь. Ну, постоянно. Сейчас-то, конечно, все это стало намного демократичнее. Каргат. Постоплата, постоплата. Я думаю, стану чай попью. Что-то есть неохота. А ехать уже надоело. Надо походить. Вот заехал тут, где бывший пост. Где раньше арестовывали людей. Поставим самовар. Почаемничаем маленько. Бабье лето сюда пришло. Ох, только что было 18. Стало 17. Офигеть можно. 4 октября. 18 градусов тепла. Настоящее бабье лето. Березы уже голые. Без листьев. Камыш желтый. А за бортом тепло. Теплый, теплый. А до Омска 400 нам. 400 километров. Четвертый час по Новосибирскому, по Омскому третий. Погодка так же шепчет. Налей, да выпей. Обалдеть. Сказка. Осенняя. Надо окна мыть. Таким теплом, которое сегодня было целый день. Местные, вы помните такие времена, что 4 октября было 18 градусов тепла в Новосибирской области? Я не помню, сколько езжу. Это граница, буквально заехали тут. О, лобовое заляпано зверьем. Надо мыть. Ну, это все как всегда. Здесь же на том плане, что туалета нету, правильно? Он же это. Представьте, он еще тут и бесплатный. Лишь надо бежать на том плане. Настоящим дальнобойщикам не бегают на том плане. За прицеп. Блин, за прицеп ближе. То они настоящие. Друг, ну 8 рублей за 150, там сколько, 53 получается. 150? А, да, 150. Это ты вот только заехал, да, прицеп кроны? А, да. Давай, заберу, какой бак? Правый у меня. Сейчас правым возьму, то правым. У тебя есть правый, мне левый, да, нужен? А, да. Ну, подъезжай, куда хочешь подъехать. Я не знаю, там чего то есть дальше. Нет, не вижу я, блядь, отсюда. А, вот она, что, это ж дизель, да? Это газ, блядь.
Торговля идет полным ходом. Торон, сюда, пока, поставляйте, так как она еще расскажет. Ага, на баклары, краны, чайрды, змоки, стыд. Блин, да, чайрды, вообще, ислам. Пройдем. Братья казахи покупают. Кто за наличку? Соляру! Такс, полтос на заправочке, заправимся. Того сейчас 6 вечера, мы же уже в Омской области. 3 часа добавляем, бонусный час поймали. 6 вечера. Час до заправки 7, чайку попить 8. Краснояр, как вариант. Просто тут еще один товарищ на встречу едет. Ну, вы его знаете, но там... Я просто в шоке. Я пока тактично промолчу. Я не знаю, сегодня об этом пойдет речь или, может быть, завтра. Это так... Храни молчание. Тоже вон уборочная полным ходом в Омской. Хотя я не знаю, мне такое ощущение, что у нас в Беларуси она как-то выше пшеницы. Ну, сорт такой. Видите, как совсем маленькая, не знаю, 10 сантиметров от земли. Ё-моё, что у нас тут такое? А, не габарит. Это совсем низенькая. Ну, здесь я, конечно, слегка пошутил. Сантиметров 25, не больше. У нас такая все время кажется, что это не по полметра. Саню везет. Колеса все просевшие. Саня тяжелый. Колеса на ней габарите там прямо. Ну, на этой, на трале. Прижатые так зачет. Ну, весит Саня-то этот. Он 40, наверное. В легкую. Под солнышком присело, а то вот. Висела над этим горизонтом, бьет по глазам, ни хрена не видно, что впереди происходит, вообще не видно ничего. Ни очки не помогают, ничего не помогает. Сейчас уже спрячется. Только на заправку приедем, уже темно станет. Хотя осталось 29 километров. Почти темно. Ну вот сюда мы приехали с расходом 25,7 уже. Падает, но как-то уже очень медленно. Ветер закончил. Солнце спряталось и ветер перестал. Уже и колейка на заправку. Ну да. Она быстро движется, так что, в общем-то, через 140 метров поверните направо, затем не страшно. 25,7, да? Днем опции маршрута, изменить маршрут, это удаляем. Переход. А, налить. Сейчас она нам выдаст, сколько нам, да?
усть-катавской заправки. 2800, ну, короче, грубо 3 еще отсюда до Москвы, до таможни. До Москвы, а до Львовского таможенного поста. Поехали. 1162. 1162 километра. Умножить 0,25,7. 298. 300 литров надо сжечь, грубо. У меня на остатке сейчас... Никого нет. Пока никого. У меня на остатке 205. 300 литров надо сжечь. 300 литров надо заправить. Все элементарно и просто. Ну как? Привет! От Михаила Ивановича. Спасибо. Ну что? Все будет в порядке. Даже лучше. Где наш кран? Часть крана гидравлического. А, вон, все, вижу. Куда ты смотрел, старый осел? Но тот тоже сказал пароль «Черт побери». Черт побери, круг искус, то беншлаг мордюк. Круг искус, мордюк, то беншлаг. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Калейка быстро идет. 10 минут-то не прошло. Следующее. Под какую-нибудь колонку. Без разницы под какую. Шланги большие. Наливает быстро. На следующем повороте поверните налево. Что вот, кто из коллег первый отъездит? На его место становимся, заправляемся. Все опять как по заказу. Ну нифига тут колейка на заправку. Да, тут придется постоять, чтобы заправиться. Без 10:10. Красный яр. Все, дальше мы не едем. Тем более сейчас на эту стояночку, куда мы заезжать будем. Туда только что заехали Дмитрий Владимирович. Ковровский. Они сегодня с этого, как это, деревня после Аббатского. Тошнолобово, вот. Они сегодня с Тошнолобова никак до Омска доехать не могут. Сейчас спросим, пускай расскажет, почему. Ну а самое главное, самую изюминку оставим уже на завтра.
будете удивлены тем, что вы завтра увидите. С утра пораньше. Сейчас просто темно, уже не будем уже этими делами заниматься. Вам понравится. Дмитрий Владимирович, кстати, колейку создал. Я ему просто рубль дал, а если бы ему 5 дал, блядь, то колейка бы уже на обыске была. Он стоит на заезде, он-то за наличку. Говорит, я ему рубль дал. Хотел менять. Разменивать. Мы сейчас тут паркуемся. Пойдем его этим покормим. Сковородочка их не местный. Так и нормально подзабито. Время 10. Че, Дима, встаем вот здесь, да? Нифига тут забито уже. 10 вечера нету. ДС-578 километр, что со стороны Тюмени перед кольцом. Перепроложить. Со стороны Муска за кольцом слева. Ничего себе. Смотрим. Подсветим. Может чуть-чуть, давай еще чуть-чуть назад. Нет, у него не РФ, у него это термос. Еще можешь маленько. Хорош. Ты как думал?
Что ты спрашивал? 5000 по 1000? Да. Вот есть.